Вот такой груз у меня, вот такие бухты. Получается, 5 бухт стоят в ряд в начале. Здесь 4 в шахматном порядке. И здесь 5-я посередине. Я увязал 2 первых крест-накрест, сейчас покажу. И увязал последнюю, чтобы при ускорении она не уходила назад. Бруски, ремни, и она никуда не денется. Сейчас я хочу протянуть ремни, если они ослабли. Протяжку я делаю 3 раза, пройдя первые 100-150 километров. После этого, пройдя еще 200 километров, делаю вторую протяжку. Ну и в конце дня делаю третью протяжку, после которой уже ремни, как правило, не ослабевают.